Японские инженеры представили первый самоуправляемый микроавтобус. Беспилотник работает исключительно на электричестве и может перевозить 12 пассажиров. Он оснащен специальным подъемником, который облегчает посадку и высадку пожилым и людям с ограниченными возможностями. Автобус передвигается по заданному маршруту, используя систему навигации, GPS и внешние камеры. Его вес 1700 килограммов, а максимальная скорость 40 километров в час. Первые беспилотные микроавтобусы начнут работать в августе. Они будут обслуживать посетителей торгового комплекса в префектуре Тиба на острове Хансю. А в будущем производители планируют перевозить на таких беспилотников болельщиков Олимпиады, которая пройдет в Токио в 2020 году.